Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Бинда Саманитам Си Чайтанна Прабхум Банде Нитта Нанда Саходитам Си Нанда Нанда Нанг Банде Радхика Чарана Дайам Гопи Джанна Самайуктам Бинда Банам Манохарам Ванча калпатару васча кипа синду бевача патитананг павуне бхавишна бевьо намо намаха муканкароти вачаланг пангунланг хайтигирим ят кипа тамханг банди парамананда мадамам биндави тусиде бхипиави кешвасча снабхакти паде деви саттваттвай намо намаха Нараяна намаскритта наранчайва нараттамам Девин сарасватин васам тато жайо мудирай Шанкиртане кришна катхопадеш Гаурия патрашо пракасане ча Садану ракта гуру бхакти жукта Бхакти прамадакша жагод баруна Дейям сада паривабхагнам авиштадухам Тетас падам сива виринчанутам сараньям Витатихам панутапал бхавадипутам Банде махапурусате чаруна равиндам Ятпада паллава накачандамани чатая Бисфуриджита кимапигабавадушва дарши Пурнанурагра сасагра сарамурти сарадхикамай када кипам крош. Си Кришна Чайтанна Прабхунитананда Си Аддвайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактабинда Си Кришна Чайтанна Прабхунитананда Си Аддвайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактабинда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ajanulambita bhujau kanaka bodhato. Шанкиртаной капитару камала ятакшо Вишамбару дижавару югодхарма пало Банде жагат приякару Каруна аватару Харе Кришна, Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе 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 Рама, Харе Рама Рама Рама, Харе Харе. Аджануламбита бхужау канака бодхато Шанкиртаной капитару камала ятакшо Вишамбару дижавару югодхарма пало Банде жагат приякару Каруна аватару Харе Кришна, Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе, Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дивья Рупам Бхуктинча муктинча тада синитам Бхаванурупенна сада наранам Ганга таранга рамания джата калапам Гаури нирантара вибуши твабам бхагам Нараяно прияманго мада апхарам Варанаси Пурапати Бхаджави Шанатам Ваги Шаджуша Бадане
Lakshmir Jashacha Bakshashi Yasyastihide Sambham Akshastihide Sambhir Pam Nishingamaham Bhaje Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Acharya Dharma Paricharya Vishnum Vicharya Tirthani Vicharya Vedan Vinana Gaura Piyya Padu Sevanam Vedadirus Pappapadam Vidhanti Acharya Dharma Paricharya Vishnum Vicharja Vedano Vicharja Tirthane Vicharja Tepeti Vedano Vinano Gauru Piyo Pado Sevaram Vidadi Duspaprapadam Vidanti Gauriya Goshtipati Шри Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал: в этом материальном мире ничто не может привлечь гуру и вайшнавов, поскольку они не испытывают никакого влечения к объектам этого материального мира. Сарабендру Рай сказал Прабхупаде: за очень короткий промежуток времени вы открыли около 50 мадхов, гаудия мадхов, по всей Индии. На это Прабхупад ответил: что говорить о 50? Я хотел установить гаудия мадх в сердце каждой дживы. Я хотел, чтобы в сердце каждого живого существа был установлен гаудия мадх. Прабхупад хотел открыть, хотел начать Брихат Мриданга Севу. Брихат Мриданга Сева может распространиться на огромное расстояние. Он хотел проповедовать по всему миру. Это было его желанием. Таким образом, он хотел создать живую мридангу. То есть он хотел создать живой гаудия мадх, так, чтобы его проповедники, куда бы они ни отправились, распространяли послание гаудия мадха, учение Чайтаньи Махапрабху, куда бы они ни пошли. Он хотел сделать передвижной гаудия мадх. И все представители нашей гуру варги, большинство из них, и представляли собой такой передвижной гаудия мадх. Куда бы они ни поехали, в Россию, Германию, Америку, они говорили о учении Чайтаньи Махапрабху. Один нобелевский лауреат Рабиндранат Тагор, вернувшись с Англии, встретился с Прабхупадой. Во время этой встречи Прабхупад спросил его: как вы считаете, если я хочу распространить послание Махапрабху в западных, в европейских странах, как думаете, если мы начнем проповедь, каких результатов мы достигнем?
Рабиндранат Тагор сказал, что в этом нет смысла. Нет смысла даже начинать, потому что люди там не готовы, не хотят слушать о такой возвышенной философии. Тогда Прабхупад начал рассказывать Харикатху Рабиндранат Тагору. На протяжении часа безостановочно он говорил о читании Махапрабху. И в конце концов Рабиндранат Тагор сказал, если такая великая личность, как вы, отправится проповедовать, если вы сами отправитесь на проповедь, вы достигнете успеха. В какую бы страну вы ни поехали, в какое бы время, вы точно достигнете успеха. Но Прабхупад сказал, я пошлю таких преданных, кто настолько же, кто не хуже меня. И таким образом он начал проповедь по всему миру. Бхактисиддханта Такур говорил, что ради проповеди наставления читания Махапрабху нам необходима духовная организация, которую будут возглавлять возвышенные преданные, или как минимум те, кто ведут подобающий образ жизни, те, чьи намерения чисты. Для проповеди нам необходима большая организация, необходимо установить ее. Но если же обусловленные души начнут открывать подобные организации, те, чье поведение не соответствует стандартам, это не будет успешным. Те, кто не могут вести себя подобающим образом, те, кто создают якобы духовные организации, являясь обусловленными душами, бессмысленно ожидать, что в такой организации будет совершаться совершенная проповедь, будет осуществляться совершенная проповедь. И обычные, даже обычные материалисты не будут принимать, воспринимать нас всерьез, видя, что эта организация состоит из тех, кто сами не следует. Мы не можем устраивать, открывать духовные организации, основываясь на деньгах. Практически все общество лишено сознания, все члены общества лишены сознания. В соответствии с Сиддхантой это именно так. Весь мир находится в бессознательном состоянии. Поскольку это складывается потому, так происходит потому, что
люди не имеют представления о учении читания Махапрабху. Даже если человек запомнит, выучит все шастры, это не даст результатов. Он будет до бесконечности путешествовать по материальным мирам. Такой человек может принять шафран, может принять отреченный образ жизни. Но если он не осознал, что есть учение читания Махапрабху, все это бессмысленно. Какую бы вешу, какую бы одежду он не принял. Он будет вынужден скитаться по материальным мирам, рождаясь и умирая. Прабхупад часто повторял эту шлоку, в которой говорится о том, что живое существо скитается по материальным мирам. Но по милости Гуру и Кришны она может обрести семя Бхакти-Латы. И подобно садовнику, который питает, который заботится о семени, поливая его водой Шраваны и Киртана, обеспечивая ему доступ солнца, свет солнца. Под руководством чистых преданных необходимо поливать это семя Харикатхой. И если человек будет искренне находиться в общении с Вайшнавом, по милости Гуру и Вайшнавов, наша бхакти взрастет в нашем сердце. Как я уже говорил, с баджана крии начнется садхана бхакти, а затем мы придем к садья бхакти. К нашей цели. Таков процесс. Шрила Вишванатха Чакравати Пад говорит, что если в нашем сердце нет... Кутинати, то есть если наш ум прост, если мы не склонны к критицизму, только в этом случае мы сможем обрести бхакти, но никак иначе. Что такое шаралата? Это вайшнавата. Если нет шаралаты, если нет простосердечия, не может быть и вайшнава. Шаралата равняется вайшнавате. То есть что такое вайшнавизм? Это простосердечие, простота сердца. Так вот, если в сердце нет, если сердце не отяжелено, не отягощает негативные качества, наше сознание сможет достичь высокого уровня. Но если сердцу присуще лицемерие, как, к примеру, в истории с Саубари Муни. Например, Аджамила. Его сердце было просто. Или Пурурава. Саубаририша, Пурурава. И Пурурава, Саубаририша, Аджамил,
Аджамила были просты. В них не было лицемерия. Несмотря на то, что они столкнулись с проблемами из-за своей привязанности к материи, из-за майя, Пурурава был погружен в майю. Он был настолько привязан к Урваши, что лишился всего своего благочестия. Так происходит, когда в сердце появляется кама. То могущество, которое мы накопили, которое мы получили от Гуру Варги и благодаря нашему благочестивому поведению из-за каких-то аппаратов, из-за каких-то оскорблений, мы погрузили в майю. Из этого сила нашего баджана уменьшается. Возможно, благодаря служению Гуру и Вайшнава мы обрели особую силу, определенную силу. Но вдруг мы совершили какую-то ошибку, и в нашем сердце появилась кама. И мы можем наблюдать, что наша сила, наши возможности уходят от нас. Так будто бы образовалась какая-то дыра, в которую все вытекает. Кто-то может называть себя Крипа-патрой Шрилы Прабхупады, Шрилы Сиддхартха Госвами Махараджа и так далее. Что такое Крипа-патра? Это емкость, сосуд, в который помещена милость того или иного вайшнава. Но, возможно, это так. Но необходимо убедиться, что в этой емкости нет трещины, что туда не вытекает все содержимое сосуда, вся милость. Таким образом, наши анартхи, наши оскорбления, апаратхи можно сравнить с трещинами на емкости, на сосуде, через которое вытекает наш баджан. Да, мы совершаем баджан. Нельзя сказать, что никто не совершает баджана. Нет, они совершают, мы совершаем баджан. Но сила, которую мы накапливаем благодаря этому баджану, уходит от нас, вытекает через эти трещины, через анартхи. И Вишнава Чакраварти Такура объясняет, что поскольку Пурурава, Аджамила, Саубари, Риши были простосердечные, в них не было лицемерия, они несмотря на то, что были погружены в проблемы, они рыдали от того состояния, в котором оказались, тем не менее, они смогли решить эти сложившиеся проблемы. Они смогли выбраться из этой неблагоприятной ситуации. Но что насчет нас с вами? Наша Гуру Варга говорит о случае с Аджамилой, что наши пять органов чувств, пять кармендрий и гьянендрий, вместе они составляют 10 чувств, органов чувств. Их возглавляет ум. Если какой-то из наших органов чувств совершает ошибку, есть все возможности пасть. Один из органов чувств совершает ошибку, то есть мы поддаемся под его влияние, и есть все возможности пасть из-за этого. Я много говорил о одном моменте, который указан в Упадешамрите. Я говорил о том, как органы чувств могут сбросить нас на самые низы. В эти выходные мы начнем Брихат Бхагаватамриту вновь. Итак, если хотя бы один из 10 органов чувств обманет нас, и мы поддадимся на их обман,
мы не сможем продолжать те стандарты, которые поддерживаем сейчас. К примеру, Аджамил был хорошим человеком. Он был замечательным человеком. Он следовал нравственным стандартам. Он был достаточно нравственным человеком. Он выражал почтение старшим, своим родителям. Также он поклонялся Шилограма Шиле. Он ежедневно повторял Гайатри и собирал лесные цветы для поклонения божеству. Собирал фрукты, предлагал шалаграму, а затем кормил прасадом своих родителей, своих старших, родственников, свою жену. Но что произошло? Ведь такой хороший человек. Какой недостаток у него был? Об этом следует поговорить, это следует обсудить. Как мы знаем, Аджамила в один из дней отправился в лес, чтобы насобирать хворост для костра. Но когда он возвращался, по пути он увидел нечто. Он увидел, как блудница, полуобнаженная блудница, забавляется с молодым человеком. Увидев эту сцену, Аджамил был поражен. Он просто застыл, забыв обо всем. Он забыл о своих обязанностях. Он забыл о том, что ему необходимо вернуться домой и продолжить поклонение. Но, глядя на эту сцену, в нем проснулась кама. Он пытался сражаться с возникшими внутри порочными чувствами. Ведь в нем ему была присуща мораль, нравственность. Он пытался убедить себя, я должен идти домой. Но это было безуспешно. Он забыл обо всем этом. Таким образом, до определенного уровня нашей нравственности мы можем сражаться с негативными мыслями в своей голове. До определенного момента, до того уровня, на котором находятся наши моральные и нравственные стандарты. Но когда наша похоть переходит эти нравственные границы, мы превращаемся в человека, который перешагнул за черту нравственности. Когда Санатана Госайя, к примеру, история Санатана Госвами, когда он был заточен в тюрьму, он пытался уговорить стражника, чтобы тот позволил ему сбежать. Но тот не соглашался. Тот говорил, как я могу выпустить тебя, ведь меня царь убьет. Тогда Санатана Госвами предложил ему 4000 золотых монет, напомнив ему, что совершил для него много добра. «Да, — говорил стражник, — я хотел бы тебя освободить, тем не менее я боюсь царя. Когда он узнает, что произошло, он жестоко накажет меня. Хорошо, хорошо, я дам тебе 6000 золотых монет. Но что, если царь меня накажет? Нет, 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 царь ничего не узнает. Просто скажи ему, что утром ты повел меня в поля, чтобы я справил там свою нужду.
А в это время я просто вырвался и убежал, а затем бросился в реку из-за тяжелых цепи, в которых я был закован, я умер, я утонул. Поэтому не бойся, говорил Санатана Госвами. Я убегу, и никто не узнает, что я выжил. Я отправлюсь в Макку, в место паломничества мусульман. Там меня никто не найдет. И тогда этот стражник уже приступил через свою моральную черту, через черту нравственности. То есть ему было необходимо для этого 6000 золотых монет. И точно так же все устроено в этом материальном мире. До определенного момента человек готов следовать нравственности и морали, но затем он просто закрывает глаза на это. Итак, те, кто хотят следовать брахмачарье, брахмачарье — это клятва. Когда-нибудь мы поговорим об этом, поговорим о том, как жить отреченным образом жизни, как защищать себя. И благодаря брахмачарье можно обрести, стать очень сильным, обрести сияние. Для того, чтобы поддерживать брахмачарье, прежде всего необходимо подчинить себе все органы чувств. Это самое первое условие. Все наши органы чувств во главе с умом должны быть под нашим контролем. Но это не должно быть силой, то есть это должно быть естественным образом. Это совершенно не означает, что мы силой должны поработить их. Необходимо следовать замечательному, сладостному пути Бхагавата-бхаджана под руководством гуру и вайшнавов. И естественным образом органы чувств придут под наш контроль. Естественным образом мы выйдем из-под влияния майи. Я уже говорил об этом много раз. Необходимо вначале преодолеть раджа-гуны, тама-гуны, а затем выйти за пределы сатва-гуны. Благодаря гуру вайшнавам, следованию экадаши, джанмаштами, следуя постам, совершая киртан, в 3 утра нужно вставать каждый день. Брахмачари и саньяси не должны... Запомните, когда вы просыпаетесь в 3:30 или в 3, больше не спите в кровати. Это секрет, о котором мало кто знает. Как только вы проснулись в 3:30, вам, может, неохота вставать, но вставать надо. Потому что если вы будете спать после этого времени, майя прокрадется к вам. Больше не спите на кровати после того, как вы проснулись, потому что майя придет к вам во сне. Таким образом, мы, преданные Гаудия Вайшнавизма, не прикладываем особых усилий для того, чтобы подчинить себе органы чувств, потому что это происходит естественным образом. Если кто-то предложит мне семена лотоса, я приготовлю из них муку, а затем чапати, и не буду есть ничего, кроме них.
потому что это очень здоровая пища. То есть, если я получаю что-то стоящее, естественным образом я выбрасываю то, что второсортно. И Махапрабху приводит такой пример. Если у вас есть неочищенный сахар, но вам предлагает кто-то сахар лучший из сортов сахара, конечно же, вы откажетесь от низкосортного сахара. Если вы лгете, если вы говорите правду, то вы должны заключить, что все дживы, абсолютно все дживы в этом мире стремятся получить наслаждение, начиная от насекомых, заканчивая человеком. Никто не хочет жить без наслаждений. Раса — это главная причина, по которой никакое живое существо не хочет умирать. В Гите говорится, что если вы получаете что-то особенно вкусное, что-то высшего порядка, естественным образом вы отказываетесь, вы отметаете все второсортное. Конечно же, пчела не привлекется испражнениями. Но муха всегда делает это. Для нее это лучшая среда обитания. Для пчелы абсолютно неинтересное испражнение. Таким образом, чем выше мы будем развивать, чем свой вкус, тем больше мы будем отказываться от грязных объектов. От вкуса низшего порядка. С того момента, как я испытаю вкус к лотосным стопам Кришны, когда я испытаю влечение к его стопам. Меня больше, мне будет вызывать отвращение женщины и любые другие объекты материального наслаждения. С того момента, когда я испытаю вкус к лотосным стопам Кришны, я просто плюну на материальные наслаждения. Итак, Аджамил не смог совладать с собой, поскольку в нем не было недостаточно этой нравственной силы. Несмотря на то, что он был хорошим человеком, он не был негодяем под лицом. Тем не менее, настолько сильное проснулось в нем желание, что он не смог совладать с собой. Почему? Потому что у него не было достаточной милости гуру, необходимой милости. И Чайтья-гуру также не смог послать ему необходимой милости в необходимом количестве. Если бы на меня Чайтья-гуру пролил эту милость, то я бы не находился посреди майи. Ведь Чайтья-гуру может дает нам понимание, что хорошо, что плохо. И все, что я читаю по милости гуру, все шастры, которые я изучаю, Чайтья-гуру посылает нам силу, чтобы переварить, чтобы усвоить полученное знание. Многие состоятельные люди
покупают, скупают книги, возможно, читают их, но это не означает, что все, что они узнают, они смогут усвоить, они смогут осознать. Поскольку осознать шастру мы можем лишь по милости гуру. Итак, Прабхупад хотел создать передвижной Гаудия Матх. Один из таких передвижных Гаудия Матхов — Шрила Бхакти Прадип Тиртха Госвами Махарадж, великий преданный, величайший преданный. Прежде его звали Джагадиш Прабу, до получения саньяса. Он родился в месте под названием Ноакхали. В настоящие дни это Бангладеш, но в то время это была еще не разделенная Индия. Джессор, Холна, Ноакхали. Все это находилось в Восточной Бенгалии. Его брата звали Ананта Васудев. Вы слышали о его имени? Вы слышали его? Так вот, Ананта Васудев был его братом. Тиртха Махарадж, то есть Джагадиш Прабху, был старшим. И мать, и отец его были замечательными преданными учениками Бхактинода Такура. Я не люблю, не хочу говорить в деталях об этом моменте, но тем не менее его родители получили инициацию первоначально в Гуптипаре, Багнапаре. То есть Гуптипара — это следующая станция после Калны, а Багнапара. То есть если мы поедем с Навадвипа до Хавры, до Калькутты, мы вначале проедем Багнапару. И именно там получил инициацию Бхактивинода Такур, как я уже рассказывал. Простите, родители получили инициацию там, но затем они поняли о том, что это не подлинная сампрада, не подлинные преданные, и получили инициацию тогда уже у Бхактивинода Такуры. Таким образом, родители Махараджа были замечательными преданными. И благодаря этому он с юных лет знал о вайшнавах, в их доме постоянно звучал киртан и харикатха. А отец впоследствии принял белые одежды. Обтреченный образ жизни от Шрилы Прабхупады, Шрилы Бхакти Сиддханты Сарасвати Такура. И, кажется, он получил имя Патит Паван. В 1914 году Бхактивинода Такур оставил этот мир. Завершив свое образование, свою школьную учебу в школе, он приехал в Калькутту, чтобы получить высшее образование. Он поступил в Калькутский университет. Busy to join a spiritual organization.
И завершив образование там, он хотел присоединиться к духовной организации, хотел встречи с Бхактивинода Тхакуром. В те годы, в 1900-х, не так-то просто было добраться из одного места в другое. После того, как он завершил учебу в университете, он начал работать школьным учителем. Получал зарплату. К тому времени он уже был женат. Он был вынужден жениться, потому что и работать ему было необходимо для того, чтобы поддерживать семью. Но в процессе он встретился с Бхактивинодом Тхакуром. Это был день Гаура Пурнимы. Это был 1911 или 1912 год. Итак, он и еще один пандит приехали со станции Дубулия. Если поехать сейчас до Ваманпукура, то есть после станции Кришнанагар, если поезд пойдет в направлении Мурсидабада, если он пойдет на север, первая станция в этом направлении будет Дубулия. Так вот, они шли пешком с Дубулии. Это большое расстояние. 8-10 километров. Даже, я думаю, 12. Итак, они пришли пешком в Йога-Питх. Где-то в те годы и был открыт Йога-Питх Бхактивинода Тхакуром. Когда они прибыли, они увидели, как Бхактивинода Тхакур сидит в Натха-мандире и рассказывает Харикатху. Вимала-прасаду. И помимо него было много других преданных. А Бхактивинода Тхакур с закрытыми глазами сидит и рассказывает Харикатху. Это была Гаура Пурнима. В то время, сейчас приходят сюда тысячи людей, но в то время было не так. Как только Харикатха завершилась, пандит подошел к Бхактивинода Тхакуру и представил Джагадиша Прабху распростерся в поклонах перед Бхактивинода Тхакуром и, взяв его за стопы, попросил: «Пожалуйста, благословите меня, я обусловленная душа, иначе я умру». Он горько плакал. Тогда Бхактивинода Тхакур дал ему особое наставление. Сказав: «Ты образованный человек, высокообразованный, а твои родители в линии Гаудиев, так почему бы тебе не проповедовать?» Таким образом, Бхактивинода Тхакур даровал ему благословение. Ты можешь распространять учение Махапрабху, когда ты будешь говорить об этом, люди будут привлечены.
тем, что ты говоришь. И Бхактивинода Тхакур таким образом был первым, кто благословил его проповедовать. Люди привлекутся, слушая твою проповедь. И по наставлениям Бхактивинода Тхакура, Вимала Прасада Сарасвати, он прибыл в Кулию, в Навадвипе, встретиться с Гуру Кишордас Бабджи Махараджем. То есть сам Бхактивинода Тхакур сказал ему сделать это. А также Вимала Прасад Сарасвати. Но когда Джагадиш Прабху пересек Гангу, пришел к Гуру Кишордас Бабджи Махараджу, дал ему арбуз. Как правило, Гуру Кишордас Бабджи Махарадж ни от кого ничего не принимал. Но каким-то чудесным образом от Джагадиша Прабху он принял. Он взял в руки и положил рядом с собой. И спросил, откуда ты приехал? Я только что пришел с Майпура, приплыл с Майпура по наставлению Бхактивинода Тхакура и Вимала Прасада Сарасвати. О, правда. А знаешь, какой-нибудь киртан? Ну, по вашей милости, я могу исполнить какой-нибудь киртан. Да, давай, я хочу послушать. И тогда он запел. Как только он закончил, Гуру Кишордас Бабджи Махарадж выразил свою радость. Он спросил, ты уже инициирован? Нет. До сих пор я не получил инициации. Но Гуру Кишордас Бабджи Махарадж сказал, как ты можешь говорить такое? Почему ты так говоришь? Ты уже услышал Харикатху от Бхактивинода Тхакура и Вимала Прасада, так ведь? И они, более того, прислали тебя ко мне. Как ты можешь говорить, что ты не получил инициацию? Ведь ты уже принял Бхактивинода Тхакура как своего гуру. Возвращайся назад, сбривай волосы, побрейся. А Бхактивинода Тхакура ждет тебя уже, чтобы дать тебе инициацию. Правда? Да. Бабджи Махарадж предсказал это. Поскольку что такое настоящая инициация, когда я искренне принимаю в сердце гуру Вайшнава, как своего гуру, как в моем, к примеру, случае было. Я просто увидел на фотографии своего Гуру Махараджа, и в этот же момент я понял, что вот он, мой гуру. А Джагадиш Прабху уже принял Бхактивинода Тхакура в своем сердце как духовного учителя. А Бабджи Махарадж знал и видел все. Поэтому он и оспорил его, сказав, что ты не можешь так говорить, ты иди уже к Бхактивинода Тхакуру, и он ждет тебя. Он так и сделал. Он уже побритый приехал к Бхактивинода Тхакуру, он принял омовение и пришел к Бхактивинода Тхакуру, и тогда Бхактивинода Тхакур и даровал ему дикшу. Он дал ему эти важные мантры Кама Гайтри, Кама Бидж. Бхактивинода Тхакур рассказывал Харикатху в 2 часа и в 5 часов вечера. Днем в 2 он объяснял Упадешамриту, а вечером Чайтанья Чаритамриту.
А севак Бхактивинода Такура, Кришнадас Бабаджи Махарадж, его самадхи находится в Свананда Сукада Кунджи. Он садился, читал Чайтанья Чаритамриту, останавливался, а Бхактивинода Такура объяснял. То есть Кришнадас Бабаджи Махарадж читал стихи из Чайтанья Чаритамриты, а Бхактивинода Такура объяснял, закрыв глаза, погруженный. Итак, Харинам и Дикшун. Он получил у Бхактивинода Такура. Как я уже сказал, он находился в грихастха ашраме. Он работал. Поэтому, конечно же, он вынужден был вернуться домой. Он не мог остаться. Но как только у него выдавалось время, он приезжал к Бхактивинода Такуре и оставался в Свананда Сукада Кунджи. В 1914 году, на день ухода Гададхар Пандита, до этого, то есть за день до Гундича Марджаны, Гададхар Пандит оставил тело. И точно так же Бхактивинода Такур. И именно в этот день Джагадиш Прабху был там. Был рядом с Бхактивинодом Такуром. Затем, по вдохновению Бхактивинода Такура, он думал о том, чтобы оставить семью. Тем не менее, это было невозможно. Прабхупад то есть во время Прабхупада были определенные экзамены, то есть Прабхупад наделял особыми титулами. Были определенные экзамены, состоящие из ряда вопросов, и если преданный отвечал на эти вопросы, Прабхупад наделял его определенным титулом. И наш Джагадиш Прабху получил высшую степень. В 14 году, в июле, или июне, за два дня до Радхаятры, Бхактивинода Такур оставил этот мир. Но и к тому времени его жена Джагадиш Прабху уже оставила этот мир. Или она впоследствии, в скором времени оставила тело, и тогда Джагадиш Прабху задумался о том, чтобы получить саньясу. И уже в 20-м году он получил... От Прабхупады Гаура Мантру и Гаура Гайтри. А также Брахма Гайтри от Прабхупады. Таким образом, мы одновременно можем утверждать, что он как ученик Бхактивинода Такура, так и ученик Прабхупады. Потому что от обоих он получил мантры. И затем он получил саньясу. В 1918 году на Гаура Пурниму Прабхупад получил саньясу и стал известен как Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Такур.
Прабхупад. И затем он дал инициацию Джагадиш Прабху, который стал известен как Бхакти Прадип Тиртха Госвами Махарадж. Бхакти Прадип, он уже получил этот титул в Вишва Вайшнава Раджа Сабхе. Но затем, и когда Прабхупад дал ему саньясу, он сохранил этот титул, назвав его Бхакти Прадип Тиртха Махарадж. Затем Прабхупад начал посылать его в различные места Бенгалии на проповедь, в Западную Бенгалию и другие части, потому что он был очень большим знатоком, он хорошо знал разные языки, знал английский, посылал его Прабхупад в нынешний Бангладеш и так далее. Но затем Прабхупад принял решение послать его и за границу. Бхана Госвами Махарадж, Бхакти Прадип Тиртха Госвами Махарадж и еще один брамачари были отправлены на Запад. А Самвитананду послали позже. Самвитананду. Итак, послали в западные страны, послал его проповедовать в Европу. Впоследствии Бхакти Прадип Тиртха Махарадж написал комментарии на Гиту и к многим другим книгам. Проповедь его была успешна. На самом деле он был первым, кто получил саньясу от Шрилы Бхакти Сиддханты Сарасвати Такура. Его проповедь получала большой успех, где бы он ни проповедовал. Затем он вернулся с Запада. Прабхупад оставил этот мир. В Мадхе возникли определенные проблемы, и он был вынужден остаться с теми, кто, казалось бы, отклонились от следования Прабхупаде. Но это не говорит о том. То есть он, тем не менее, был замечательным вайшнавом. После того, как Прабхупад оставил этот мир, то есть все члены сообщества, все члены Гаудия Матха приняли решение назначить его ачарьей, поскольку его поведение, его баджан было были то есть, помимо всего, он получил инициацию и у Бхактивинода Такура, и у Прабхупады, Гуру Таттва Неделима. А помимо всего, он был и первым, кто получил саньясу от Прабхупады. То есть он занимал очень значимое положение. Наш Йошидара Махарадж, Мадхава Госвами Махарадж, Винода, все они приняли решение назначить Шрилу Бхакти Прадип Тиртха Махараджа как ачарью. Назначить ачарьей. Но в процессе возникло много проблем. Все это устройство йога майи. И преданные решили назначить ачарьей Ананта Васудева. Я не знаю почему. Все они приняли решение назначить ачарьи Ананта Васудева. Что поделать? После того, как он был назначен, произошло много всего. Затем он, Ананта Васудев, вернулся к своей семейной жизни. Общество вот это Гаудия Матха раскололось на два лагеря.
Но нужно хорошо понимать, что Бхакти Прадип Тиртха Махарадж занимал нейтральную позицию. Он не принимал ничью сторону. Тем не менее, он остался в читании Мадхи, но он совершал замечательный баджан. Он обрел, как мы знаем, высшую милость Шрилы Прабхупады. Тем не менее, он остался там, остался в читании Мадхи для того, чтобы защитить тех, кто остался там. Это лилы. Это лила. И мы не можем выискивать недостатки в вайшнавах и приписывать им какие-то ошибки. Он, несмотря на то, что получил милости Бхактивинода Тхакура и Прабхупады, он не ушел. Он остался с теми, кто, казалось бы, сошел с пути следования Прабхупаде. Он остался, чтобы защитить их, чтобы помочь им. Ведь вайшнавы милостивые, Каруна Моя. И так он обучал новопришедших мальчиков, брамачари. День и ночь он совершал баджан. Он рассказывал читание Бхагаватам, читание Чаритамрита, устраивал Иштагоштхи. Вы знаете, что это такое? В 11 часов утром он усаживался вместе с молодыми преданными, с преданными, и спрашивал, вот как ты понимаешь этот момент, а ты как понимаешь? И тем самым он обучал их. Он обучал их быть бесстрашным, чтобы они не стеснялись рассказывать Харикатху. Он говорил, а ну, вставай, рассказывай о Гуру-татве, вставай, говори о Гуру-татве. Он порой ругал, наказывал. О, ты только прасад принимаешь, но не служишь должным образом. Конечным его наставлением было, если вы хотите следовать чистым преданным, если вы хотите совершать, то есть если вы будете следовать точь-в-точь настроение Гуру Вайшнавам, если вы будете совершать им совершенное служение, если ваше настроение служения достигнет высоты, то тогда вы сможете достичь успеха. Все дело в служении. На протяжении 8 лет, как говорил один из севаков Шрилы Махараджа, я был подле него, чтобы служить ему. Как-то раз я выразил свое желание изучать санскрит в определенной санскритской школе. На это Тиртха Махарадж сказал, ты пришел в этот мир не для того, чтобы учить санскрит. Ты пришел сюда, чтобы служить Гауранге. Жизнь непредсказуема. В любой момент ты можешь покинуть этот мир. Поэтому для нас более практично совершать служение. А если ты будешь служить Гуру и Вайшнавам и слушать от них Харикатху, ты обретешь знание всех шастр. Как это произошло с нашим Бхакти Вигьян Бхарати, Госвами Махараджем из Шилы, Бхакти Валабха Тиртха, Госвами Махараджем. Они не читали книг. Они служили Гуру и Вайшнавам. И благодаря этому, они, благодаря слушанию Харикатхи от них, они обрели осознание всех шастр. На Экадаши он давал особую харикатху. А затем он принял прибежище Пурушоттама Гаудия Матхи на Чаттак Парвати в Пуре. Когда ему было уже больше 80 лет, он стал жить там. По наставлению Бхактивинода Такура, что Нилачала Кшетра —
это высшая кшетра разлуки. Ведь Чайтанья Махапрабху находился там так долго и испытывал это глубинное чувство. Итак, в соответствии с заключением Бхактивинода Такура, Нилачала Кшетра — это высшее место разлуки. Это Пурушоттама Дхама. Это... Именно поэтому мы должны принять прибежище этой Дхамы, Пурушоттама Дхамы. Итак, Махарадж захотел остаться на Чатак-Парвати, и там он оставался долгое время. Никуда не ездя. Он рассказывал Харикатху в храме лишь там и никуда не ездил. Утром, днем, вечером, даже будучи в преклонном возрасте, он был очень строг в отношении всех правил и предписаний. Все должно было быть совершенно. Он памятовал о Прабхупаде, Гор, Нитьянанде. Читал Чайтанья Бхагавату, Чайтанья Шикшамриту, Чайтанья Бхагавату. Однажды, в один из дней, он проснулся ранним утром, принял омовение и пошел на арати получить даршан божеств. Затем он прочитал Аник, читал Бхагаватам. То есть, потому что он уже был в преклонном возрасте, омовение он принимал позже, не сразу после пробуждения. Затем принял омовение, сел на новую асану. И затем, к недоумению севака, он попросил дать ему новую одежду, чтобы он оделся в новую одежду. Он оделся, новый тюрбан, сел на новую асану, поставил 12 тилаков, повторил аник. Уже наступало время обеда, он принял дневной просад. Немного отдохнул, а затем сел, чтобы рассказывать Чайтанья Бхагавату в собрании преданных. Один из его севаков цитировал шлоки Чайтанья Бхагавата, а Махарадж объяснял. Но вдруг посреди харикатхи он воскликнул: «Гор Нитьянанда, Гор Нитьянанда, я падший, спаси меня!» Как это делал Шридхар Махарадж, постоянно повторяя «Гор Нитай, Гор Нитай». Севак не понимал, почему сегодня Махарадж ведет себя таким образом. Закончив чтение Чайтанья Бхагавата, севак задал вопрос Тиртхе Махараджу. Тиртхе Махарадж ничего не ответил. Он просто вот так вот, сложив в поклоне руки, замер и долгое время сидел. Его стали окликать: «Махарадж, Махарадж», задавали ему вопросы: «Махарадж, я хочу спросить». Но Махарадж ничего не отвечал. Когда севак дотронулся до него, он понял, что Махарадж уже оставил тело. То есть за чтением Чайтанья Бхагаваты Махарадж просто оставил тело, покинул этот мир. Посмотрите, насколько удачлив, какая удача. Вошел в Нитья-лилу. Несмотря на то, что мы знаем, что он был вынужден остаться с теми, кто, казалось бы, отступился от следования Прабхупаде, он остался там для того, чтобы помочь им, для того, чтобы направить их на истинный путь. Поэтому мы не должны неправильно расценивать его поведение. То есть мы должны четко понимать, что он занимал нейтральную позицию. Он
наслаждался уникальной милостью Прабхупады и Бхактивинода Тхакура. Поэтому он не занимал никаких сторон. И мы должны правильно это понимать. Он никогда не хотел стать ачарьей. Преданные хотели назначить его ачарьей, но он не хотел. Когда его младший брат Ананта Васудев стал ачарьей Чайтанья Мадха, когда еще не разделен он был, то есть он был первым ачарьей после того, как ушел Прабхупада, Ананта Васудев. И Бхакти Прадип Тиртха Госвами Махарадж был первым, кто пришел поздравить его. То есть он пришел первым поздравить его с назначением на пост ачарьи. Несмотря на то, что тот был его младшим братом, и первоначально хотели назначить Бхакти Прадип Тиртха Госвами Махараджа. Он был, на самом деле, он был воплощением милости Бхактивинода Тхакура и Шрилы Прабхупады. Именно поэтому мы не должны делать неверных суждений на его счет. Он Бхактивинода Тхакур был первым, кто написал комментарий Гите на Бенгале. А Джагадиш Пандит, а имеется в виду впоследствии ставший Бхакти Прадип Тиртха Госвами Махараджа, написал комментарий на английском под руководством Бхактивинода Тхакура, Баладев Видья Бушана, Вишнуа Чакравати Пада, этих замечательных преданных. Замечательным преданным он был. Очень простосердечным. Никаких... Не было его сердца сложным, не было лицемерным. Он был прекрасен, в то же время очень мягок и очень привлекал к себе, располагал к себе. Нам не хватает его. Мы молим его о милости. Мы хотим получить, обрести его милость, его крипу. Он должен был стать первым ачарьей после Прабхупады. Но, тем не менее, я не знаю, по какому-то замыслу этого не произошло. Итак, шлока, с которой я сегодня начал, помните ее? Не служа лотосным стопам вайшнавов, мы не сможем достичь успеха. Если мы будем следовать дхарме, служить лотосным стопам Вишну или Кришны, будем посещать места паломничеств, будем читать Веды, анализируя их, мы не сможем обрести милость, достаточной милости нам не получить. Только лишь благодаря служению вайшнавам, вот такому благодаря служению, какое совершал Шрила Бхакти Прадип Тиртха Госвами Махарадж, мы сможем достичь успеха. Можно принимать омовение в разных священных реках, посещать места паломничества. Не даст это бхакти. Это приведет лишь к бхакти умукха сукрити, к неосознанному благочестию, которое... То есть до того момента, пока мы не начали служить вайшнавам, мы можем совершать разные благочестивые действия, но все это лишь послужит накоплению сукрити. А бхакти можно обрести, лишь служа чистым преданным. В прошлый раз я говорил, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур Прабхупад был настолько счастлив.
Бхакти Прадип Тиртха Махараджем, настолько доволен им. Бхактивин Такур благословил его, одарил его глубочайшими благословениями. Помните эту шлоку? Я в прошлый раз ее объяснял. Итак, для того, чтобы обрести бхакти, необходимо следовать гуру и вайшнавам, слушать их харикатху. Но если вы не будете следовать, если вы не будете следовать тому, что вы услышали в харикатхе, вы бхакти не получите. Если вы не будете слушать харикатху, не будете служить гуру и вайшнавам, даже приняв уже у них прибежище, успеха не достичь. Итак, я молю о милости Шрилы Махараджа и хочу на этом остановиться. Порой не все могут усвоить такую высокую сиддханту, такую высокую философию. Не каждый может ее усвоить, но моими обязанностями является говорить о ней.